Всем привет на канале Вотстрим. Сегодня мы поговорим о танке Лев, о том, стоит ли его покупать, о его плюсах и минусах, как на нем играть и сколько он фармит. Давайте начинать. Для начала давайте поговорим о плюсах и минусах. Первым плюсом, безусловно, является орудие. Орудие Льва имеет 320 единиц альфы, 234 миллиметра пробития базовым и 294 голдовым снарядом. Отличная точность. Орудие имеет отличную точность, также неплохую стабилизацию, но не самую большую альфу, посредственный ДПМ, а также довольно длительное сведение. Кроме того, у танка неплохие углы склонения и подъема орудия. Вниз минус 10, вверх 38 градусов. Вторым плюсом является бронирование. ВЛД 150 мм под углом примерно... А сколько здесь? Градусов 30. Короче говоря, Саша немножко тупит. Тем не менее, ВЛД защищен неплохо. Борта тоже имеют неплохую бронезащиту в 100 мм, что позволяет вытанковывать бортом в принципе все, кроме фугасов. Башня забронирована также очень неплохо. Из уязвимых точек у танка только НЛД, щеки, башня, командирская башенка, но попасть в нее довольно тяжело, так как танк сам по себе довольно высокий. Что еще? Динамика танка, конечно, посредственно, но как для тяжелого танка все довольно неплохо. Максималка 35 км в час и 11 лошадей на тонну веса. Не сказать, что он очень быстрый, но в принципе этого достаточно, чтобы вовремя добираться на нужные позиции. Еще плюсом танка является его обзор, базовый обзор в 400 метров. К минусам также относится маскировка, которой по сути нет. Что еще? По оборудованию есть в принципе три варианта. Я использую досылатель, оптику и вентилятор. Вместо оптики можно поставить стабилизатор, к примеру. Или же подбой. Если вас очень мучает рта, можете поставить подбой. Демонтаж или просто установка чего-либо вместо вентилятора. Можно, конечно, поставить, допустим, досылатель, оптику и стабилизатор, но ДПМ танка слабоват, хоть немножко, но вентилятор раскачивает этот параметр. Поэтому демонтаж вентилятора не является целесообразным. Что касаемо экипажа, первым перком в первый слот командиру качаете лампочку, остальным ремонт. Вторым слотом перки на стабилизацию, обзор, такие как, например, орлиный глаз у командира, пал на поворот башни и другие перки. Третьим — боевое братство. Почему так? Почему я говорю так, а у меня вторым стоит боевое братство? Я покатал вот, ну то есть порядок прокачки у меня был именно такой. И мне не очень это нравилось, но менять я не стал. Сейчас я говорю, что лучше лампочка ремонт, дальше перки на стабилизацию обзор и уже затем боевое братство. На этом, в принципе, скажем так, теоретическую часть можно заканчивать. И надо сыграть в бой. Сходим в рандом, посмотрим, как сыграем.
мы попали в одноуровневый бой на карту Карелия. Немножко я запинаюсь, извиняюсь. Ежедневные стримы не проходят бесследно. Мы попали в одноуровневый бой, и куда нам стоит поехать? Можно поехать налево, можно поехать направо. У нас побольше тяжей формально. Но по факту на самом деле сетапы примерно равные. Какого-то перевеса не будет, я надеюсь. Вот динамика льва. Динамика льва. Так, стоп. А где тяжики? Тяжики едут. Не сказать, что он прям рвет с места, но вполне достаточно, чтобы доезжать в числе первых тяжей. У Вакасто, например, все еще хуже. Я думаю, мы можем даже в принципе не стоять, а проехать сразу. У нас стоковая 44-ка. Сейчас здесь Скорпион будет отстреливать. Пока засвета нет. Надо проезжать. Теперь иди за свет. Мы проехали без потерь. Что, собственно, дальше? Дальше мы убиваем 44-ку. Если это сильно не помешает. Так, атака Д. Атака Д, и надо быстро проезжать место, куда арта не сможет откидывать. Так. А, я так понимаю, сушка стоковая. Сушка стоковая, учитывая, что очень быстро она перезаряжается. Можно вы меня отпустить из гусли? Сушка явно решила зафокусить конкретно меня и больше никого не трогать. Я думаю, мы до нее доедем. И объясним, что не стоит так делать. Нужно дождаться, когда у нас аптечка будет доступна, потому что играть с убитым заряжающим так себе идея. Все. Заряжающего можем чинить. У нас, правда, до сих пор убит мехвод, но ничего с этим не поделать. Надо как-то разбираться со Скорпионом. Жалко, ВКшка промахнулась. Могли бы сейчас быстро убить и проезжать дальше. Зато починим мехвода. Нет, сюда стрелять бесполезно.
И наша рота ни хрена не делает, как обычно. Как обычно, рота. Рота видит, что Скорпион нас не пропускает, но делать с этим ничего не собирается. Да, я вижу, что у нас по базе катается вазик. И тройка. Надо возвращаться. Только особо это ничего не даст. Я так понимаю, они поедут нас добивать. Так, можно пока что развернуться. Нет, развернуться не получится. Так, бой у нас не очень. Почему так вышло? Сейчас будем разбираться. Тройка слилась с нулем. ЛТшки наши, в принципе. Непонятно, что сделали. CDC и 44-ка также не сделали ничего, Скорпион. 44-ке вопросов нет, она была стоковой. Вазик сделал два выстрела и помер. В принципе, все ясно. Ничего ты с этим не сделаешь. Так, чистыми мы заработали 42 тысячи опыт. Извиняюсь, 42 тысячи кредитов. Грязными 67. Ремонт 9 тысяч, БК 9 тысяч. Ну и снаряжение 6 тысяч. Фармит танк в целом неплохо. На самом деле фарм у всех танков примерно одинаковый. Давайте скатаем еще один бой для чистоты эксперимента. На этот раз мы попали в топ. Все вроде бы хорошо. Но вот три арты. Три арты — это больно. Ехать направо я не вижу ни малейшего смысла. В принципе. Не любитель я ездить на этой карте направо. На этот полуостров. Поэтому поедем мы через первую линию к СТ-шкам. По-быстрому там все продавим. Установка подбоя, в принципе, оправдана на самом деле, учитывая любовь арты фокусить. Это хоть немножко, но облегчит вам жизнь. Обзор можно раскачать и так, без оптики. Так что тут решайте сами. Стабилизатор на самом деле не очень нужен. Без стабилизатора все вполне себе пристойно.
постараемся быстро сыграть бой, чтобы не затягивать обзор, не затягивать видео, хронометраж. Крамбель умирает, а меня засветили. Шестерка на полуострове. Ясно. Я понял вас, я понял. Есть вообще такой вариант, что я захожу в бой, и арта меня не трахает? Экскалибур есть. А вот кто меня засветил. Я надеюсь, Першинг его заберет. Можно и так. Привет, коричневое чудовище, привет. Пока. Минус одна рта. Минус одна рта, и сейчас мы починим, наконец. БК. Поедем дальше. Можно ехать дальше. Я не знаю, что делает Першинг, почему он стоит. У нас нет возможности стоять. Куда делся КБ-85? Минус вторая рота. И сейчас я найду сушку. Я найду сушку, я и наваляю. Давай, Першинг, ты не помахнешься и убьешь его. Ясно. Где-нибудь там есть подъем? Там же был подъем где-то, где ему придется показаться. Ну, конечно, блять. Ну каким хером? Конечно, в шотного ты хер пристрелишь. Я все равно доеду и убью сушку. Чего бы мне это ни стоило. КВшка может за мной хоть упарываться, хоть не упарываться, но сушку я убью. Куда ты могла уехать, коричневое чудовище? Все, у нас минус. Теперь можно ехать за КВшкой. Можно было бы встать на захват. А, я не успею за КВшкой, действительно, лучше встать на захват. Собственно, весь бой у нас, по сути, состоял из уничтожения арты. Получили медаль Думито. Так ведь она называется. Так. Положено у нас не очень, но главное. Минус ТРТ. Я доволен результатами боя.
потому что терпеть не могу, когда рта начинает меня фокусить и стрелять только по мне. Что у нас по доходу? 68 грязными и 46 чистыми. За два боя мы заработали, получается, около 90, ну, почти 100 тысяч. Да, вывел немножко. 98 тысяч, ну, пускай даже 99 тысяч за два боя чистыми. В целом это неплохо, хотя я не знаю, мне кажется, лет так 5-6 назад прямо фармили побольше. Может, мне кажется, но вот у меня складывается такое впечатление, что раньше они при таких же показателях урона фармили больше. На этом, я думаю, все. Подводя итог, можно сказать, что лев из регулярных предложений, которые вы можете увидеть в магазине, лев, наверное, самый лучший выбор. Самое лучшее решение, если вы ищете себе тяжелый танк, который не требует особых умений, лев будет разумным выбором. На этом точно все. Подписывайтесь на YouTube, ставьте лайк. Также переходите по ссылкам на мой Twitch канал. Там проходят стримы ежедневно с 8 вечера по московскому времени. Длятся они в среднем 4 часа. На стримах мы играем не только в танки, а также на стримах проходят розыгрыши. Подписывайтесь на Дзен, Яндекс.Дзен, ссылка также есть в описании. На Дзене выходят статьи по играм, посвященные играм, обзоры танков, исторические статьи и статьи на околоигровую тематику, такую как стримерская тематика и косплеерская тематика. Также подписывайтесь на паблик ВК и Инстаграм. Там выходит расписание стримов, анонсы, различные мемы, картинки, статьи в том числе. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр и до встречи.